Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о борьбе с насекомыми. Никто из нас не застрахован от того, что в наш дом заползет таракан. Фу! Ну или в форточку залетит муха. Все мы знаем, что от мух отлично помогает мухобойка, а от тараканов – тапка. Но что делать, если таракан окажется слишком велик, а муха не в меру агрессивна? Ну а в этом случае я рекомендую пистолет.